Так, мы все-таки растем. Сегодня уже 21 день. Мы уже вот так вот ходим. Ножки разъезжаются. Потому что ножки слабенькие, а весу много. Уже весим 401 грамм. Так что мы пошли в гору. Еще что у нас? Со вчерашнего дня, со дня 20-го, мы начали писаться. Делать первые лужи свои. Первые лужи мы свои сделали. И все. То есть мы уже вон какие. Колопутцы-то. Мамка убежала. Хотела я кушать, но нет. Ушла она. Мы ходим, ходим. Делаем свои неуверенные шаги. Вот так, да? Оба, куда нас посадили? Всегда, когда мы его сюда сажаем, два раза он уже насикал нам тут. Ого, что это такое? Вот такие мы ходоки. Ну, давай, ходи. Ну, вот, еще лужа, я сказал. Эх ты бессовестный-то. Что ж тебя тянет-то сюда здесь насикать-то? Все, новое место надо пометить. Вот поэтому мы не хотим себе оставлять мальчика, секунёнка. Весь дом пометит. Я, конечно, красавец. Он какие у меня стрелки на глазах-то. Да. Ну вот, хвост торчком. Все как полагается. Ух ты. Нет, давай здесь походим. Не хочу я тебя к краешку подпускать. Вот такие мы красавцы. Тяжеловесы. Ух ты, качает нас еще. Ходим. Да ну вас. Да, колопуц. Вот какой я пушистый буду, как валенок. Шубка такая уже набивается. Шубка-то под пушком набивается. Вот какой я красавец. Красавчик. 2 надо к чему-то дойти. Вот моя рука. Вот такие вот мы растем потихонечку. Растем, крепчаем. Давайте на свет еще фото здесь насвету. О, какой я. Сегодня пробовали прикармливать. Взяли сухой корм, размочили на пальцах и дали ему. Да, он все слезал. Это ему понравилось. Необычно. Завтра будем смотреть, как у нас будет стул. Жидкий, не жидкий. Может быть, все и хорошо. Тогда, может быть, и будем прикармливать такого карпуса. Хотя у мамки молока достаточно пока. О, нам кажется. Вес прибавляет, значит, питается достаточно хорошо. Хотя это наш первый щенок, которого мы завели, который у нас родился. Мы еще не самые специалисты по разведению. Что-то уже вынюхивает, подлизывает какие-то, мусор собираю. Все. Пора мне уже быть самостоятельным. Ну да, где там пахнет едой? Вот она еда. Вот она еда. Мамка здесь кушает. Черт, пахнет-то не молоком. Я думаю, молоко. Ну. Скулит. Ну не скулит, а что-то по-своему бурчит. Конечно, я не жду, что он сейчас начнет гавкать, естественно. Ну, так вот мы себя ведем. Да, вот так мы себя ведем. Вот такая у нас мордочка. На свет поведем. Вот такой мы красавцы. Вот такие мы барбосики. Да, барбосики. Короче, вот такие колопуцы мы растем.
Ну все, на этом я видео закончу на сегодня. Давайте, до новых встреч с вами.